Эрет Обржаим, Даф Йоми, Ярушалми, трактат Брахот, лист 25, Эрет Омчет, Верет Оле Нишмат, Коним Тенерим, Бухалама и Ветер Душим, Орхами Бурха, Бензиполя, Ацахат Мисру, Бухат Метр, Шалом, Борец, Уба Гула. То, как мы сказали на предыдущем листе, человек должен читать по порядку, так как это записано, Шма Исраэль, Мегилат Эстер, и Халель, и так далее. Дальше говорит Мара, что Раби Аха, Башем, Раби Йошуа, Бен Леви, Аф Миши, Иткин, Эта Тфила, Хазот, Ала Седер, Иткина, שלושה ברכות ראשונות ושלוש ברכות האחרונות שבחו של המקום והמציאות צורכן של בריאות 18 наша молитва, которую начинаем Машем Цифтай Тифтах, тоже она упорядочена. И тот, кто ее составил, составил ее в определенном порядке. Первые три благословения и последние три благословения — это восхваление Всевышнего, а средние благословения — это нужды создания Всевышнего. То есть это наши с вами нужды. Хонену де а, хонантану де а, рацет шуватену, рацита шуватену, салах лану, салах талану, галену, как мы сказали. Сначала мы просим Бога, а та хонантану дай нам мудрость. Да, дал нам мудрость, прими нашу чуву. Принял нашу чуву, прости наши грехи. Простил наши грехи, освободи нас, дай нам геула, геалтану рафа халаену. Если ты уже нас ты спас, и излечи нас. Ты нас излечил, дай благословение. Барехалену, бархену. Ты нас благословил, шенотену, капцену, ашивашофтену, собери нас, собрал ты нас, да, кепцену, шофтену бецедек, суди нас справедливо, ашивашофтену, цеткену мишпатеха, мата Иерусалим, и построй Иерусалим. Дальше, ты отстроил Иерусалим, аханакаме, как мы сказали, что? А теперь суди тех, которые встают против себя. Мишпатену бецедек нира, чецедек ломац, цеткену мишпат. Ахана камену, ахнаат камену, цеткену мишпатеха. Дальше он говорит. Цеткену, что? Должен сказать, бене бетха ушма атиратену муцену бетоха. Потом мы говорим, чтобы Бог построил Иерусалим, чтобы построил дом Давида, и чтобы он принял нас. Да, чтобы он, у него была милость над праведниками, аля цадиким и так далее. Сейчас мы все это по порядку. Мне надо объяснить, почему именно в таком, по такой последовательности. Ле цурба, цурха, он говорит дальше так, что нужно сказать, сначала построй свой дом, а потом мы будем тебя в нем восхвалять. Эля, команда ишта э кре, э кен, ишта э матнита. Мы идем в Шмона Эсре по пасуку. Пасук говорит так, вагавиотим эль харкочи, веси махтим бевет фирати. Я приведу их на свою святую гору, и я буду радоваться в своем доме. אמר בירמיה 120 זקנים 80 וכמה נביאים התקינו את התפילה הזאת. Кто нам установил 18? 120 мудрецов. 80 с лишним из них были пророками. אמר לו לסמוך האל הקדוש לחונן הדעת. Почему они сначала сказали האל הקדוש, а потом חונן הדעת? Как говорит פסוק, וקדשנו את קדוש יעקב, מה כתיב בתורה, וידעו תורה. Что? Сначала мы сказали, освети нас. А потом написано там, что дай знание. Де але чува, почему знание, хоне надаат, потом мы говорим, шивену авену ле торотеха. Потом мы просим, чтобы Бог принял нашу чуву. Как пасу говорит, хашмен лева амазе, ве озна вехбед, ве ена ваша. Ад, легомер, ад, вулуаво явин, вешав. Написано, пасу говорит, что сердце этого народа зажирело, глаза свои закрыл, он не хочет видеть, уши свои закрыл. Потом говорит, потом, а его сердце поймет и вернется. Поэтому сначала мы просим у Бога вразумения, чтобы он дал нам мудрости. Когда мы поймем, что нужно жить по Торе и по Слову Всевышнего, тогда мы сделаем чува, мы просим, чтобы Бог принял нашу чуву. Чува, чува ли слиха. Почему после чува мы просим прощения? Салахлану. Пацук говорит, веяшу велашем, веерхамеу веэл элуэну ки ярбели слуах. И вернется к Богу, и он смилостивится над ним, и он умножающий прощение. То есть сначала чува, потом Бог прощает. Дальше он говорит, селиха ли гула, почему тогда селиха, прощение, после прощения мы просим гаал Исраэль. Да? Что Бог нас избавил, гоэль Исраэль. Хасулеха ли холеву нойхи, я руфе ли холь тахалуойхи, ха гоэль мишахат хаяйхи. Говорит пацук так, что Бог прощает все мои грехи, излечивает меня от всех моих болезней и избавляет меня. Говорит Мара, сначала нужно сказать, что Бог нас излечил. Сначала что написано здесь? Сначала излечивает, а потом избавляет. Голи Исраэль. Почему у нас наоборот?
דברי גמרא, אמר ביאחא מפני מה התקינו גואל ישראל ברכה שביעית, לאמתך שאין ישראל נגאלים אלא משביעית. Почему Гоэль Исраэль – это седьмое благословение в Шмона Эсре? Научись нас, когда евреи освободятся, когда придет Машиах Бедрашем в седьмой год, в Шнат Шмита. Раби Йона, бешем Раби Аха, Шира Маалот Бешу Вашем, Эт Шива Цион, Шира Швиит, Хила Оде Аха, Шеин Цель Нигалим, Эла Бешвит. Что вот это написано, Шира Маалот, он седьмой, седьмая песня показывает, что евреи освободятся Бедрашем в седьмой год, и будем восхвалять Всевышнего. Амар Раби Хия Бараба, мипне майт кину, рофе холим браха шминит, кенегет амила, шеи лешмона альшем, брити хайта имо хаехем. Ахаим. Почему Рефаэну? У нас восьмое благословение, потому что брит мила делается на восьмой день. И маленькому ребеночку нужно выздоровление. Как написано, выздоровление – это добавление жизни, это жизнь. Поэтому оно восьмое благословение. Дальше говорит Мара. Амар Александр, мипнемайт кину, мевареха шаним, бераха тишит кенегет, кол ашем шовер аразим, шуу атид лишбор кол баале шарим. Говорит Александр, почему бархену или барахалену, оно девятое благословение? Потому что Тейлим говорит, 29-й Тейлим, это, думаю, Тейлим, который мы говорим в пятницу, лехуна неранашем, там есть 18 раз имя Всевышнего. Девятое там и девятое слово написано «Шовер разим». Бог ломает кедр. Кто это? Он говорит, в будущем он сломает всех тех, которые завышают цену, которые fixing prices, договариваются, чтобы цены поднять. Что это против того, что хочет Всевышний. Всевышний хочет, чтобы были люди нормально жили, дружно и так далее. Раби Леви Бешем Раби Аха, Барханина, Мару Улисмох, Мевареха Шаним, Лемкабец Нитхеа Исраэль. Спрашивает он, почему тогда после Мевареха Шаним мы говорим «Мекабес нитхеаму Исраэль», да, «Ашива шуфтенка варшина», что Бог собирает еврейский народ. «Альшем ве атем арей Исраэль, анфехем титну, верифхем тесу, ле ами Исраэль, лама ки каргу лаву». И там пасук говорит, «Нехискеля нави», что горы Израиля, «Бедрат Ашем, дадут плоды». Кому? Когда еврейский народ вернется. Сначала мы получили благословение на плоды. Дальше мы возвращаемся в Бетрей. Никбецу агалюйот вехадин ааса хазедим нихнаим асадиким семехим. Когда Бедрат Ашем, еврейский народ соберется, тогда Бог будет судить. И грешники, ламиним веламашиним, они исчезнут Бедрат Ашем, будут судиться. А праведники, мы дальше говорим аля садиким аля хасидим, они будут радоваться. Ветане алекула колель шельминим, колель шельминим, шерешаим, вемахни азедим, вешельгерим. Как мы сказали, что все вот эти грешники и продажные евреи, которые продают евреев, они все в ламиним веламашиним. А герим и праведники, где? В аля цадиким. Бемафтиях лацадики, вешель Давид бебоне Иерушалаем. Где мы просим про Давида Мелеха? Благословение боне Иерушалаем. Ахар яшу бне Исраэль, увикшу эт Ашем, Элоэхем ве эт Давид Малкихем. После этого, бедрат Ашем, евреи вернутся в Израиль и будут просить своего царя Давида Мелеха. Рабанан амре, ахан, малка мешиха, ин мин хае, ху Давид шме, ве ин мин демехе, ху Давид шме. Говорят мудрецы, так мы сказали про Давида Мелеха, кем бы он ни был, будь он живой, Машиах из живых, его имя будет Давид. Будь он из мертвых, он тоже будет Давид. Селиха лигула, дальше говорим, что? Ну, что, сурово, поехали. Из мертвых, как это? А? Из мертвых, как это? То есть воскресе, он воскреснет, тоже будет его имя Давид. Дальше говорит Мара. Амар дарам тухуна, ана амрит, ама, осе хесель мшихо, лед Давид. Раби Йошуа бен Леви Амар, цемашу. Он говорит, откуда мы знаем, что его будет Давид? Написано, Тейлим говорит пасук. Осе хесед лимшихо ле Давид. Бог делает милосердие, добро своему помазаннику Давиду. Кто будет помазанник? Машех это помазанник, помазанник Давид. Раби Йошуа бен Леви говорит, нет, его имя будет Цемах. Раби Юдан Бередер Аба его говорит, его имя будет Менахем. И говорит Гмара, что они не спорят. Менахем и Цемах, у них одна и та же гематрия, 138. Говорит Гмара, а в этом заявили ум. И был случай, который подтверждает, что его будет звать именно Менахем. Говорит он так, что... Как мы сказали, Раби Йудан Амар Менахем. Был случай, что человек пахал на своей корове или на своем быке, и вдруг этот бык замычал, и мимо этого проходил араб. Араб это понимал язык животных. И он говорит еврею, еврей, еврей, развяжи своего быка и развяжи свой плуг. Бет-Амикдаш разрушен. Потом бык замычал второй раз. Он говорит, еврей, еврей,
Запреки своего быка, запреки свой блуд, потому что родился Машиах. Он говорит, как его зовут? Менахем. Как зовут его отца? Ехескель. А из какого он места? Где он? Он говорит, он из места Бет-Малка. И что делает этот еврей? Этот еврей продает все свои вещи, продает свой плуг и становится, начинает работать продавцом детской одежды. И так с одного города в другой город переходит, пока не переходит до вот этого места Бет-Малка. И там продают одежды. И все люди пришли покупать детскую одежду, кроме матери Ехескеля, кроме матери этого мальчика. И подружки ее говорят, мама Ехескеля, купи одежду. Она говорит, я хочу задушить врагов еврейского народа. Имеется в виду, она имела своего сына. Почему? Потому что в тот день, когда он родился, Бет-Амикдаш был разрушен. Говорит Гмара, что он видел, что его имя звали Менахем. Сказал он ей, в тот день, когда он родился, Бет-Амикдаш был разрушен, но ты должна знать, что тоже избавление было уже заложено в этот день. Она говорит, у меня нет денег. Он говорит, окей, возьми вещи, деньги заплачу в следующий раз, когда я приду. Он приходит в следующий раз и говорит, ну что с ребенком? Она говорит, как только я тебя увидела, после этого какие-то ветра, сумасшедшие ураганы забрали моего ребенка, и нет у меня этого ребенка. Вся эта история для чего? Подтвердить слова того, кто говорит, что его будут звать Менахем. Но говорит Мара, что не обязательно, чтобы нужно говорить эта история, что нам нужен араб, есть пасук, который говорит, что его имя будет Менахем. Дальше говорит Гмара. Вейман Менахем. Дальше. Говорим вот так. Амали летен. Сейчас. Амали ума эхпаде. Атин улинле инле куме. Говорит Гмара дальше так. Сейчас мы закончим. אני אומר, מה לנו ללמוד מה מן הערבי הזה, ולא מקרא מלא הוא, והלבנון באדיר ייפול, מה כתיב בתרי, ויצא חותר מגזע ישעיהו. הוא אומר, כדה בית המקדש שבוית רזרושן, איס פתונקב דוידה פייביצה אסבבדיצה. אמר רב תנחום, מפני מה התקינו שומע תפילה ברכה 15 כנגד, השם למבול ישב, שהוא כולה את הפרנונות, מלבוא לעולם. Почему шма колену 15 благословение в 18? Говорит Гмара, потому что 15 мизмор, говорит Ашем, он останавливает наказание, чтобы они не пришли в мир. А вот лаводая, почему служение в Бет-Амикдаше рядом с благословением? Сначала мы говорим Рацей, потом говорим Мудим. Мудим это благодарность. Зовеях туда ехабденени вешем вешам дерех. Арно беша элуим. Поэтому он говорит, почему написано сначала человек приносит корбан, а потом он благодарит Всевышнего. Вехотем бешалом шекола брахот хотмехен шалом. И как мы заканчиваем 18? Шалом. Осе шалом бимирума. Почему говорит, все благословения держатся именно на мире. Амар Раби Шимон бен Халафта. Эн леха клич мехзик браха йотер ми шалом. Нету другого сосуда, который держит благословение лучше, чем шалом. Говорит Гмара дальше, ума там, Ашем Озла, мой дед Ашем Варех, эт Амо Башалом. Мы говорим, Ашем Озла, Бог дает силу еврейскому народу, Тора он дает и благословляет их миром. И Варех, эт Амо Вешалом, в мире. То есть, когда есть мир в доме, в синагоге, в семье и так далее, на работе, тогда благословение льется. Благословение льется всегда, но тогда есть сосуд, который может это благословение удержать. А если, не дай Бог, мира нету, то благословение есть, но оно, не дай Бог, не держится. Дай Бог всем благословения и мира. Баруха Адонай Леолам. Амин ве амин. Амин.